Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру 200 дней зомби-апокалипсиса. Так, ну что, как я вам и говорил, друзья, я накопил денег достаточно для того, чтобы купить себе третий этаж, или второй. Второй, наверное, да? Ну-ка, улучшаем. Я успел? Вау, смотри. Раз, два, три, да, это получается у нас третий этаж. Так, сейчас мы здесь с тобой заберем награды все. Так, вау, даже ни одного зомби нам не попался, как ни странно. Подожди-ка, я могу что, отправлять? Секунду, что мне здесь хотят показать? А, ну конечно же, у нас появились новые бойцы. А я хотел кое-что глянуть. Я могу отправлять 4 бойцов теперь. Вот это зашибись, друзья мои. Вот это круто. Так, ну что, давай, наверное, сюда, сюда. Сюда отправим. И вау, у меня открылись новые. Раньше была только парковка и вокзал. Теперь, скорее всего, это база военных и метро. Значит, у нас с тобой должно... Так, Тайлер начал экспедицию, понятно. Значит, у нас должно быть в журнале появиться новые записи. А кто вообще у нас доступен теперь? Ребята, Тимми. Сколько стоит? 10 миллиардов, ё-моё. Смотри-ка, у него что? 2 пулемета. Он обучился выживанию в разных тренировочных лагерях. Его крепкое и ловкое тело позволяет стрелять по врагам сразу из 2 пулеметов. В свободное время он отдыхает, готовясь к следующей битве. Это, конечно, все замечательно. Дай-ка я вот здесь вот сделаю все. А когда босс-то у нас... Вот, друзья мои, идет босс. Давай-ка мы его вольнем. Но, естественно, с нашим супер-пуп... Опа, опа, опачки. А это что за новое пугало огородное? Что это за спортсмен-бегун здесь у нас появился? Давай, 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 родной мой. Давай, валим его. Ты смотри, какой жирный, а? И шустрый, и быстрый. То есть это, ребят, появятся у нас новые маленькие зомбики, да? Которые будут нас постоянно теперь досаждать. Ладно, ничего, мы с тобой справимся. Полюбасику. Так, вы победили огромного зомби. И вот, ребята, что мы с тобой здесь получили. День 62. Шикарненько. Ну, пока я вижу, все старые зомби бегут. Мы вроде бы как бы справляемся, да? Я хотел дальше продолжить читать. Так, этот, короче, ребята, у нас с 2 пулеметами. За 30 миллиардов, ребята. Это у нас Саймон. Что он будет делать? Он не очень разговорчив, но мы знаем, что он с запада и прожил наедине в своей квартире больше года. Он пытается снова обрести себя. Саймон – стрелок, использующий пулемет на передовой. Подожди секунду, ну этот у нас с 2 пулеметами, да? Он с маленькими, видимо, а этот вот с таким вот, с офигенным пулеметищем. Дальше у нас идет с тобой Шон. Он с гранатометом. Он убежден, что хорошее снаряжение – залог выживания. С этим сложно поспорить, так как он последний выживший из отряда, попавшего в засаду зомби. В бою он использует гранаты. Окей, и также Ваня. Ваня. Работа в порту сделала его очень сильным. Он вдохновляет окружающих одним своим видом, когда сжигает врагов тяжелым огнеметом. Иван использует огнемет, чтобы поджигать врагов возле баррикады. Ты посмотри ценники, у меня просто волосы дымом встают. Это сколько нужно здесь копить? Прикинь, урон 6 миллионов, что ли? Урон. У него граната больше, чем он сам. Это какой-то Дорис или она. Раньше он служил на военном посту, где я обучился использованию взрывчатки. Он всегда носит с собой фотографию своей семьи, не теряя надежды увидеть их снова. В бою он использует гранаты, наносящие взрывной урон. Господи, я боюсь даже представить, что будет на 4 этаже. Какой ценник. Так, друзья мои, мы дожили с вами до босса. Кто у нас здесь? Ну, этих халабут мы с тобой уже видели. Нас этим чудиком не удивить, согласись. Так, давай, давай, давай. Ох ты, ё-моё, я просто смотрю, ребята, нам тяжело с ним справиться. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, давай поднажмем. Уже, ребят, практически... Давай пулемет возьмем. Ну, есть контакт. Фух. Разорвало его. Блин, а как мы с тобой до 70-го дня сегодня будем доживать? Если тут такие боссы.
Ума не приложу. И нам бы с тобой 10 как-то миллионов накопить. Сам понимаешь, да, для чего? Чтобы купить хотя бы одного из персонажей. Так, а где у нас книжка, которую мы с тобой будем читать? Так, подожди, у нас есть еще поддержку еще надо прокачивать. Эти у меня гуляют. Так, журнал выжившего, да? Давай посмотрим, что у нас тут новенькое. Это мы с тобой все читали. Это читали, кажется. А может быть, читали, я уже и забыл. Так, журнал 25-й день. Какой мы с тобой день там выживаем? 62-й, да? Значит, ищем с тобой. Так, 52-й, 58-й. Раньше Синди состояла в группе выживших, которые скрывались в отеле. Их лидер обеспечил довольно стабильную жизнь, пока не началась чума, и Синди не пришлось сбежать. Она больше не говорит про этот отель. Очевидно, ей страшно представить, что могло произойти с теми выжившими. В пригороде повсюду лежат куча мусора, брошенные машины, мешки, картонные коробки и другое. Должно быть, эти горы мусора помешали людям сбежать, что привело к массовому заражению. Местные зомби, похоже, это и есть те беженцы. Ага, день 61. Я нашел старый музыкальный проигрыватель. В нем почти не осталось заряда, и я принял опрометчивое решение включить его. У меня могли бы быть серьезные неприятности, если бы поблизости были зомби. К счастью, их не было. Я насладился несколькими минутами музыки. Так у тебя же наушники. Что тебя так напугало? Или ты на всю катушку врубил там, что ли? Скорее всего. Так, а это мы с тобой вроде бы как читали, да? Экспедиция. Завод у нас был, лес был, озеро было. Так, больница была. А слушай, мы же с тобой что-то новое открыли. Вот метро. Мы нашли станцию метро. Она была в ужасном состоянии. Поезда метро врезались, и половина станции обрушилась, похоронив сотни людей. Теперь здесь живут только зомби, бесцельно бродя по руинам. Если бы власти предупредили людей, что места скопления народа слишком опасны, этого ужаса могло бы избежать. Мы нашли сумку и прицел. Ага, мы обыскали военную базу. Дорога, ведущая к базе, была сильно повреждена, а заборы поломаны. Большую часть патронов и топлива уже унесли. Похоже, солдаты сражались до конца. На базе стоял багги с водителем-зомби, который был пристегнут ремнем безопасности. Когда он заметил нас, он начал издавать звуки, которые привлекли других зомби. Это объясняет, почему зомби всегда ходят группами. Мы нашли мину и подставку для оружия. Так, парковка. Подожди, а это мы, по-моему, читали или нет? А, да, консервы, это мы читали, и прицел. Опа, сундучок, ящик у нас пролетел, но я не буду, ребят, смотреть так вот. Просто глянем. Нам нужно с тобой прожить этот 63-й день. Бонусы, наверное, буду включать уже на боссе, скорее всего, да? А пока будем вот так вот его отвлекать. А, я же вот эти забыл выставить, конечно же. Электрическое ограждение активировано. Ну, где-то там, босс. Пампос, я жду тебя. Мы все тебя ждем. То есть здесь еще, да, я так понимаю, будет где-то персонажа 3. И на четвертом этаже. Блин, хотелось бы всех, конечно, прокачать. Но на самом деле, ребята, я очень долго копил эти 20 миллиардов. Очень долго. Но еще говорю, если бы не баг игровой, который вылетает, я бы оставил бы на ночь бы. И за ночь бы у меня накопилось бы нужное количество голды. А так... не выходит. Через каждые, там, я не знаю, 10-15 минут игра просто вылетает на рабочий стол. И все. Так, давай я помогу, наверное, да, в этом деле. Сейчас мы их тут расстреляем. И пойдет босс. На боссе включим с тобой все активации. Я имею в виду ракету, вызовем грузовик, да. И вот эти вот бонусы с тобой сделаем. А вот и он. А вот и он, ребята. Ну что, вызываем. Сразу же все. Опять ты, что ли? Засранец бегающий. Ну, тут мы его, смотри. Хе-хе-хе. Вообще распетрушили, даже не поморщились. О, что там, бежит, 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 бежит. Я боюсь, парень, ты не добежишь. Просто не добежишь. Ну, давай, давай, есть контакт. Вот и все. В принципе, ничего сложного. Что у нас тут? Так, спасибо за награды. 64-й день.
21 тысяча атак нажатием на экран. Серьезно, что ли? Так много? Не подумал бы. 21 раз я, ребята, кликнул вот так вот на экран. 21 тысячу. Кажется, вроде бы, да, не так уж и много. Ну и немало. 21 тысячу. Тут 100 разиков вот так кликнешь, у тебя уже палец отсохнет. Ну, 21 тысячу тоже, конечно же, не за один раз я это все сделал, а за все время, что играю. Так, ну что у нас там? Еще что-то, ребята, у нас здесь. А я не забрал, что ли? 85 тысяч нажатий сделаешь, будешь вознагражден еще гемами. Очень приятно это слышать. Блин, я просто хочу завалить их до... Все, кончились у меня бонусы. Давай, расстреливаем. Если вот это, ребята, парень стоит и ничего не делает, то значит у нас все на базе отлично. Все починено, всего у нас хватает. И как бы переживать особо не стоит. 70-й день. Кто-то говорил, доходил до 90-го вроде бы, или до 100-го, и говорит, все, дальше не могу, там слишком жестко. Возможно, и меня такая же участь ждет. Я дойду рано или поздно до своего предела. Мы сейчас делаем акцент на что? На боссов. Для чего? Для того, чтобы, ребята, фармить больше уже голды. О, видишь, сундучки зачастили нам с тобой. Хотелось бы, конечно, еще посмотреть, как будет работать Ваня этот, да? Вано или как его там звать? Огнеметчик-то. Что еще тут? Соберите 40 страниц журнала выживших. Хорошо, подобрали. Вот, друзья мои, и босс. Ох ты, ох ты, ох ты. Это кто? Это, видимо, медик. Друзья мои, это медик. Так, давай сделаем так, ракету. А ракета будет отвлекать ее или нет? Неа. На босса этот фокус не работает. Стреляем, друзья мои, строчим, блин. Давай, 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 сейчас же, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, неужели мы с тобой сфейлимся здесь? Она ломает, ребята. Есть. Слушай, я боюсь представить, что будет дальше. Вот тебе серьезно говорю. Если здесь уже такой серьезный босс, то на 70-м дне я даже не знаю, сможем ли мы вообще выжить. Вернулась, да? 14 миллионов с собой прихватила. Молодец, красава. Давай вот сюда вот на военную базу сходи. Надо будет кого-то, наверное, в метро, может быть, отправить. Что у нас тут? Найди добычу 32 раза. Так, победи 5 зомби-боссов. Все это сделано у нас. Я просто сейчас хочу посмотреть, мои бойцы будут справляться без меня с этими зомби? Будут. И вот жалко, нам не видно, сколько нам дают за них денег. Да? Хотелось бы, конечно, посмотреть, но не дают. Давай, наверное, вот этих вот всех чудиков будем валить с тобой без бонуса. А как подойдет босс, мы с тобой активируем вот эти вот. Тихо-тихо, чуть не нажал случайно сейчас. Чуть не кликнул. Так что давай-ка валить. И нету вот этого вот графика. Вот, по-моему... Вот, вот этот вот таймер покупаешь. Давай хоть разок посмотрим, как он выглядит. Секунду. А, ну мне нужно 115 убийств, да, сделать. И тогда появится босс, ребят. Вот как это все работает. Видишь, красный, 115. То есть мы с тобой убиваем этих зомби. А этот таймер бесконечный? О, так он бесконечный, друзья мои, по-моему. А вот это плохо. А вот это плохо. Волна бегущих зомбарей. Давай, 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 давай. Что такое-то? А причем нет, почему нету, ребят, вот этих вот... Видел, там зомби-медик шел, да? Почему нет таких же маленьких? И бегуна этого маленького нету. Что-то мне подсказывает, что на 70-й день пойдет этот босс, который слизнюк, или как его там назвать, даже не знаю. Мне кажется, будет именно он здесь. Ну, сколько там еще? Еще немножко, да, осталось, и пойдет босс. Мы как раз с тобой успеваем. Вот жалко, что у меня бонуса не будет на моем стрелке главном. Сейчас мы получим свой бонус, накопим и будем его уже призывать. Вот, поехали. А так, так, так. Босяра, ты где там? Я жду тебя. Опять ты бегун, а?
Слушай, а машина-то не очень много отнимает, если честно, у него здоровье. Да мы его сейчас сами запинаем здесь. Ну давай, 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 давай. Молниями, правильно, так ему. Сейчас еще тут на гранату наступит она, точнее на мину. Она еще сработает взрывом. Бух. Вот и все. Ну, а мы с тобой переходим на 66-й день. Хоу. Ну что, еще 4 денечка. Еще 4 денечка. Это не так уж и много, да, согласись. Все зависит от того, если мы сейчас с тобой... Я вот единственное знаю. Например, выйдет босс, да? Звезданет по мне. Например, поломает мне забор это. И что, мы с тобой проиграли, и нам надо начинать будет заново? Или здесь... Я сомневаюсь, что здесь есть какой-то автосейв. Да? Я вот в этом очень сильно сомневаюсь. Ага, и... Вот эта штука работает только до зомби, до первого. О, почти 10 лямчиков нашел. Молодец, красавчик. Иди тогда вот сюда, вот в метро. Пошоркайся там. Поищи. Так. Дружеский огонь. Блин, 3 минуты ждать. Слушай, а может быть мне прокачать моего персонажа? Чем мы так с тобой? Сколько у нас? Ну, в принципе, атака неплохая. Ремонт 1. Да я офигею. Ну, в принципе, можно было бы его, конечно, прапать. А я думаю, вот этого. 355. И Гарольда. Вот так вот. Чарльз. Все, мы с тобой сейчас в данный момент сделали акцент именно на дамаге. Потому что зомби, ну видно, что немножко крепче стали. Деньги мы с тобой наколотим. Но нам вот именно нужно уничтожать этих зомбарей просто пачками. И вот жалко, что вот мы вот с тобой копим ярость, да? А наши помощники нет. Так, босс, иди сюда, кто ты там? Опять медик? Так, ну у нас с тобой сейчас дамаг покруче. Почти пол ляма, один выстрел. Что-то как-то... Не, ну мы завалим, завалим. Никуда она не денется из наших лап. И продолжаем эпопею. Ну... Так, аптечки, свеча. 67-й день. А тут что? Повысить общую атаку до 393 тысяч. Всего... Во, 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 ребята, вот они, появились. А я-то думал, их не будет. Нет. Идут мелкие бегуны. Медиков я пока еще не вижу. Как бы зомби появились, да? Боссы, медики. А чтобы были мелкими, пока не вижу. Вот он, вот он, вот он бежит. Ну-ка посмотрим, как мы с ним справляемся. Ну, на изи. Я думаю, будет сложнее. Так, посмотрим заодно, справляются ли мои друзья без меня здесь. Вполне. Единственное, что может здесь нас напрячь, это, скорее всего, армия бегущих зомби, да? Да, никаких вообще проблем. Посмотри. Разбираем отлично. Так, сколько там еще, блин, не показано, не знаю. Давай постреляем. Так, что у нас тут опять выполнено? Повысить общую... Так я же вроде повысил. До 5 с лишним миллионов, да? Вот жалко, нету здесь... Непонятно, как... Что опять-то здесь вышло? Я же вроде все собрал. Ага, повысите уровень Джеймса до 80. А вот и босс, друзья мои. А вот и босс. Так, бегун хорош тут бежать. Так, сейчас, ребята, откатится у нас вот это вот. Дружеский огонь. И мы активируем два бонуса. Машина еще есть. Мина. И мы с тобой уничтожим его. Все вроде бы, да? Все, погнали. Кто там? О-о-о-о-о. Ого.
Ого, это кто такой? Такого зомби я не видел еще ни разу. Ах, как ему понравилось, а? Давай, 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 давай. Есть. Вырубили. Знаете, говорю, на 70-м дне, наверное, будет какой-то супер-пупер зомби. Всего лишь прожить нам 68, 69 и 70 день. Как думаешь, справимся? Я думаю, да. А ты верь мне. Фига, мы с тобой 122 гема набрали, прикинь. 122 гема. Когда-то вот это вот 2-3 миллиона, когда было, меня так это, как сказать, воодушевляло. А сейчас почти миллиард. И мне все мало, мало, мало. Дайте мне больше, больше, больше. Ну, конечно же, хочется больше, ребят. Потому что, ну, сколько новых, смотри. А тут вон еще, вот, можно даже, даже какое-то чудовище будет за нами. Сьюзи величать. Или это маска? Блин, это, наверное, маска. Потому что чудовище никак не будут звать Сьюзи, согласись. Доминик и Томми. А вот, кстати, я здесь даже есть. Даже меня сюда включили, ребят, в эту игру. Так, ну что? Сколько там до босса-то ждать? Не показано, не чеша, да, как всегда? Так, дружеский огонь у нас с тобой на подходе. Ну-ка. Отлично, отлично. Джима, осталось совсем маленечко. Сейчас босяра выйдет. Ну, где он там, пройдоха? Ну, помогайте поинтенсивнее-то, что ли, я не знаю. Одному приходится отдуваться за всех. Сколько еще? Так, 100. Сейчас будет, да? Еще 15 зомби завалим. И будем встречать зомбаря. Где он там? Где ты, гаденыш? Последние 2 зомби осталось. Есть. Смотрим. Смотрим, друзья. О! Опять медичка идет. Ну что же, в расход. Давай, 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 давай. Ну да. Так вот. Не обязательно же, да, целиться в нее. Можно в любую точку экрана бомбить. Ну, получается так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо подходить. Уже почти, почти добрался. Ну, как-то сложновато было на самом деле. Ну что, 69-й день. Наградочки. Ну и с песней. Все мины установлены. Все, да не все. Улучшенный сенсор активирован. Это вот это, что ли, сенсор у нас, да, получается? Ну да, получается так. Что он мне хочет показать все в этом рюкзаке? Кстати, друзья мои, мы можем кое-что сейчас сделать. Вот этого вернуть. Погоди, как там делается-то? Хм, забыл. У них же тут есть тоже скрытые бонусы. Тут, видишь, остановить. Хотите использовать алмазы? Нет, я не хочу ничего использовать. Повысить уровень Джеймса. А Джеймс — это я, так? Это я, по-моему. Угу. Хоп, хоп. Сколько... Непонятно. Эй! О-о-о, тихо. Слушай, вот когда они бегут, вот такой... Армады. Начинается уже действительно серьезность. Уже не до шуток. 57. Давай бомбить. Почему вы не можете докидывать до конца экрана? Объясните мне, а? Что вы где-то вот здесь вот бросаете? Тут колючая проволока. Они как-то через нее проходят, что ли? Ну, куда ты бежишь? Голодранец, какой-то беженец, знаешь, был. Так, у нас с тобой еще, ребята, здесь. Отвертка гаечная, ключ, но тут уже зомби. Давай сюда отправим.
Интересно, есть кто-нибудь, кто соглашался за 100 рубинов вернуть зомби обратно? Давай, машина, дави. Так, сколько у нас там? 80, еще нужно... Блин, еще дофига нужно. Еще 70 зомби. Тут есть какое-нибудь ускорение? Двойная скорость, во. Ну-ка. Ну, чувствуется, ребята. А двойная скорость только зомби или... моих бойцов тоже? Вот этого, вот этого, ребята, я что-то не понял. Кстати, готовимся, сейчас побежит босс. Поставим с тобой мину. Иди ты. Где там босяра сейчас пойдет, да? Вот он, сейчас мы с тобой здесь возьмем и открываем. Опять это чучело огородное здесь. А зачем я ракетницу сюда бросаю, ребята? Она бесполезна. О-о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 . Смотри, 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 что происходит. Твою же налево. Нет, 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 нет. Мы увольнули? Погоди-ка, он мне забор, гаденыш, сломал полностью. Ты прикинь. Просто в хлам взял и сломал мне забор. Это хорошо, он еще не начал моих зомбарей уничтожать. Друзья мои, 69-й день. Нам нужно с тобой последний день выжить. Но я что-то уже как-то стремаюсь. Вот, серьезно тебе скажу. Просто стремаюсь. Хм. Как бы сделать-то? Как бы выжить-то? А, скажи-ка мне на милость. Смотри, зомби-то уже... подходят. А что не так? Неужели мы с тобой слабы? А как же я тогда буду фармить, а? Как же я буду фармить голду на следующую серию? Объясни-ка мне. Если мои бойцы просто не справляются. Так, что у нас тут с тобой доступно? Повысить уровень Джека до 20. Понял? Ну-ка. А он хочет что-нибудь делать? Да он, по-моему, ничего не делает, ребят. Просто бежит и все. Но все равно мы не успеваем. А что же тогда делать-то? Я не знаю. Так, ну, у нас уже, ребята, босс. Давай мы с тобой подождем вот эти откаты полностью. Так, что у нас? Экспедиция, да? Ага. Прицел и рюкзак. Слушай, может быть, нам оставить пока этих бойцов на месте? Никого никуда не отправлять, подождать? Ну да, лучше так сделать. Сколько там еще? А, я все смотрю на этот счетчик, а тут уже давным-давно можно вызывать. Но мне нужно подождать еще 2 минутки, скажем так. Слушай, где мы эти с собой патроны покупали? Мы их находили или все-таки где-то приобретали? Я вот не помню. Детали машины. А что за детали машины? Так, повышает урон военного... А, военного грузовика по боссам. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот тут вот явно не справятся они без меня. Там никто не может вот так вот шустро кликать, как я. Еще, ребят, минуту. Еще минуту, и мы с вами, надеюсь, пройдем. Пока главное терпение. Терпение. Так, 47 секунд осталось. Это только 70-й день будет. Ё-моё, еще 130 дней. Ну, ребята, ближайшую серию, конечно же, не стоит ожидать так быстро. Может быть, даже месяц. Некоторые попросили меня поиграть немножечко в мафиоза. Помните такую игру все, да? А другая половина людей попросила поиграть меня... А во что я уже и забыл? Отвлекся на этого мафиоза. И все.
Вот этот, кстати, бегущий зомбарь, он меня, если честно, раздражает, отвлекает. Вот, приходится его ловить. Так, ну что, 3 секунды ждем и выпускаем зомби. Поехал. Кто там будет? А, этот хлыщ. Его не жалко. Его, друзья мои, вообще нисколечко не жалко. Эй-э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 й. А что? А что случилось? А что случилось, ребята? Мы... Я не понял. Мы его не прошли, да, получается? Мы, блин, этого супостата не прошли. Ё-моё, а как же тогда быть? Может быть, нам с тобой усилить вот эти вот... Так, давай посмотрим. Ремонт. Ремонт, это понятно все, но это как бы не главное, да? Так, улучшить воодушевление, может быть, а? Братство. И братство, да, тоже? Поехали. Здесь все. И здесь тоже все. Босс готов, говорит. Ну что, попробуем? Трындец, без машины, без всего, поехали. Давай. Мне просто нужен, ребята, бонус, чтобы на мне был висел вот этот вот по атаке. Вообще было бы замечательно. Давай, я жму, жму. У меня сейчас палец, ребята, скоро на нем появится турбина, и он улетит от меня. Давай. Есть, контактиш. Ух. Слушай, ну довольно несложно было вот сейчас в данный момент. Ну, отличная награда. Друзья мои, 70-й день. Как мы хотели, мы с вами прожили. Что дальше делать, просто ума не приложу. Как мы будем отбиваться здесь? Так, победи 5 боссов, достигни 70-го дня. Трэш. Будет трэш. И сколько у нас там самый-самый первый боец стоит, которого мы можем приобрести? Да, всего лишь 10 миллиардов. Саймон 30 миллиардов. Ты прикинь суммы. 200 миллиардов. Ой, господи. Ну что, дорогие друзья, давайте на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.